Колокольный звон полетел окрест, сотворю поклон, поцелую крест, запалю свечу за помин души, просто помолчу, постою в тиши. Купол к небесам синева, на Нерли есть храм, покрова. Все, что вкруг весной, под водой, только Бог со мной, да покоя. Я молодочку обниму, а я на лодочке уплыву, да нашалю стихи, нашалю, да замолю грехи, замолю. А я молодочку обниму, а я на лодочке уплыву, да нашалю стихи, нашалю, да замолю грехи, замолю. В свете золотом будет день сиять, далеко кругом разлилась гладь. Пью из слез настой я на островке, там, где Дух Святой на Нерли реке. Талая вода напоит, вера в благодать укрепит. Смотрит храм покров в гладь стекло, сколько ж здесь веков утекло. А я омою лик у крыльца, а мой достигнет крик до венца. Улыбнусь в закат, улыбнусь, да и вернусь назад, и вернусь. Купол к небесам, синева, на Нерли есть храм, покрова. Все, что вкруг весной, под водой, только Бог со мной, да покой. В свете золотом будет день сиять, далеко кругом разлилась гладь. Пью из слез настой я на островке, там, где Дух Святой на Нерли реке. Талая вода напоит, вера в благодать укрепит. Смотрит храм покров в гладь стекло, сколько ж здесь веков утекло. А я омою лик у крыльца, а мой достигнет крик до венца. Улыбнусь в закат, улыбнусь, да и вернусь назад, и вернусь. Купол к небесам, синева, на Нерли есть храм, покрова. Все, что вкруг весной, под водой, только Бог со мной, да покой. Когда была, то люди на улице молились даже, не могли все войти. Ну, там не очень большое помещение. А вот это да. Символика. Дмитриевский собор там был один. И вот их потом сюда. Это по известняку. Режут они, в общем-то, вот такие пилястры. Символика простая. Вот, поскольку Византия находилась в таком, можно сказать, среднем положении между Азией и Европой, то часто, например, рельеф можно увидеть каких-то грифонов, львов. Вот, это головы князей, там наверху три головы, да, вот значит, среднюю часть они занимают. Вот князь сидит там на троне. На столе князь должен сидеть. Да. Вот князь сидит. Вот. А видите, вот крылатый лев он там, это же в русской природе не было такого. Вот он кого-то же прижимает. Да. Там кого-то побеждает, да, внизу там кто-то под ним. Ну, и вот еще прием такой. Вот вход, видите, окошко там, да, оно как бы вглубь уходит. Портал называется, портал. Это, значит, перспективно как бы удаляет вот вход. Вот и этот тоже, и этот тоже. Потом в средние века, уже там в 15 веке, особенно в готической архитектуре, вот этот прием нашел распространение, когда постепенно, так вот перспективно, значит, показывают. Так а что он дает? Как бы вход расширяет, что ли, вот этими арками? Зрительное как бы расширение пространства, углубление. Ну, да. Но опять же я говорю, если бы не было этого и просто была бы дверь, ну и что, стена или плоская, и все. А тут красота, а тут вот этот вот вход.